Всем привет! Вы слышите и видите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь, поставьте лайк. В общем, всячески прокоммуницируйте, что-нибудь сделайте с каналом. Продолжаем Humankind. Проходить релизную версию, знакомиться. Вышли в новую культуру. Так, что-то мне тут громковато, пока идет. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Так, подождите, а что это загрузилось? Почему я все еще Маурия? Я ж вроде еще прошлым... Странно, не понял я. Я ж в конце прошлой серии закончил тем, что взял кхмеров. Или не взял. Я, знаете, там, может быть, было взять, и я, типа, нажал на другую кнопку. Сейчас я проверю, конечно. Так. Показать карты с греком, согласен. Культурное чудо открыли. Вообще, я так понимаю, что мы видим весь континент теперь. Да, не забывайте, кстати, клипы делать, пожалуйста. Кидайте, делайте клипы, кидайте ссылки на них. Только поглядите, чудо. О, я нашел еще этих розовых. Кельты. Предлагает торговать. Кофе и амбра. Кофе – пищу, амбра – науку. А, ну вот это реально с другого континента. 272, 272, 173. Ну давайте это. Да все купим. Со всеми там мир. Отобрали мой независимый город. Ну, извини, чувак, ты вообще фиг знает где. В плане... Так, хорошо, а почему я не могу все-таки следующую культуру тогда здесь принять? А, так нет, все-таки кхмера. Видимо, я сейчас закончу ход, и тогда будет считать... Да, тут заканчивается ход, и тогда уже идет... принятие. Так, Токантис. Смотрите, сколько вообще вот этих минорных фракций тут. Не знаю, не хочу я как-то с ними... Хотя, а вот, минойцы откуда нападают. Вот давайте минойцам чуть заплатим. Не знаю, почему их не ассимилируют эти, но я им заплачу, чтобы они ко мне просто не нападали. Метанийцы. Кельты уже всех могут засюзеренить. Смотрите. Просто самые любвеобильные эти. Кельты всех... А, нет, вот этих только. Гаромантов что-то они подзабили. Всех остальных практически уже все. Какой-то стиль игры, видимо, через сюзеренничество всех этих ребят. Так, Керма. Ну, я могу еще ступу построить. Но мне кажется, что пока... Нет, здесь, наверное, не надо. А еще могу... 6-3. Ну, маловато, мне кажется. Нет, не хочу. Порты строить. Что по зданиям? За каждый научный квартал. Давайте, наверное, морские юниты строить. Квадрирема — это что, следующий после... Да, после Пентиконтера.
Давайте, наверное, морские юниты строить, и я буду планировать набег на другой континент. Пока они не могут плыть через океан. Так, вообще, я бы Аварису вот эту область присоединил, чтобы у него был выход к морю. То есть Аркалис, 915 культуры, надо запомнить. Скрипторий давайте, хотя тут пока нету жителей. Ну я бы здесь постоял на всякий случай, если вот эти решат напасть. О, мне дали юнитов, походу, от Дуркуригальзу. Дали юнитов. Ну, я думаю, я постою здесь внутри. Да, блин. То есть у меня вот основная... Моя вот так вот по диагонали идет. Что, может, мне и на эту еще территорию попретендовать? Напата. А что тут за районы? Два промышленных, два фермерских. Ладно, давайте еще скрипторий. Так, и тут экспертная. Да, вот так правильно все стоит. В Дуркуригалзу только фермерский район стоит, да? А что с реками? Непонятно. Ну, давайте хлев тогда. Ну, тут вот река, но... Хотя, в принципе... Ладно, амбар. Так, хлев, амбар пока так сделаем. Я сюда встану, закончу тут ход. И вот сейчас будет переход в следующую эпоху. Хотите инновации мощи? У кхмеров есть для вас замысловатые гидравлические приспособления и переносимые слонами баллисты. Вот это я понимаю. Перешли. Тут еще есть видюшки между эпохами, но, видите, пока нельзя показывать. Я сразу получил звезду в новой эпохе. А, нет, это все-таки за предыдущее. Так, осталось влияние и присоединение дешевле. Ремесленный квартал плюс 3 производства. Новая эпоха. Я, кстати, ачивку получил, что стать первым, кто принял культуру в следующей эпохе, когда в предыдущей эпохе вы были последним, кто принял культуру. Ну-ка глянем, как наша религия тут. Ух. Красиво. Красиво. Зеленого мы точно скоро... Но ему бы, кстати, перейти в мою религию вообще. Может, как-то можно его попросить об этом? Так, это отдать территорию, отдать территорию. Видимо, никак. Хорошо, а культура? Зеленый реально вот как бы уже мной ассимилируется тотально. Так, сделали. Ну, сюда, наверное, поведу. Вон там, кстати, идут какие-то ребята. 22, 22, 26 и 18. Но он, правда, против... Давайте, кстати, нападем. Он как раз против... кавалеристов. Let's
Этого сюда поставим, а этот пускай тут внутри стоит. Ага. Блин, хитро. Мне придется, видимо, так делать. Блин, он сверху, видите, остался. К сожалению. Это у меня меньше против него мощь. Блин, хорошо стоит. Видите, я никак не могу туда лучше него стать. В данном случае компьютер лучше использует территорию. Может быть, и зря нападал. У меня в итоге всегда минус одна сила из-за того, что я ниже нахожусь. Если бы мы на равных находились, я бы победил в этой битве. Но, к сожалению... Так, сейчас продолжится следующее. Слушайте, а может я мог тут какую-нибудь армию подвести? Вот отсюда, например. Можно добавлять армии в битвы. Не в эту уже, правда, следующим ходом она добавится, но... Надо использовать. Дай-ка, наверное, апну. Да, жалко, там потерял... Копейщик, правда, не мой был, не прокачанный, этот Дуркуригальзунус, тем не менее, что терять юниты зря. Есть еще один кораблик. Давайте вот эти уникальные. Выглядит Барай очень мощно. 52 производства. Просто 52 производства, охренеть. Так, апнем. Только всего лишь на одну клетку просто дальше стал плавать. Пропускаем. Это судно, но оно может один ход... Да, видите, вот эти все водоросли, они мешают проплыву. То есть, если вы там останавливаетесь, то ход закончен. Мне, наверное, нет смысла тут исследовать. А, нет, на одну клетку смещать, видите? Вот смотрите, сейчас у нас 4, сейчас я, наверное, сюда встану, будет одно перемещение, нет? Да. Короче, вот эта клетка как бы два перемещения требует. Ну, давайте везде эти районы строить. 42 производства. Кайф. И 17 еды. Выглядит солидно. Майя стала амиядами. Нубийцы стали римлянами. Но они только в античность, кстати, вышли. Еще... Офигею, что они еще есть на карте. Острова Великой Александрийской Майской во всю им пользуются. Может, и вас туда пустят? Может быть. Кстати, может реально забить уже какое-нибудь чудо? Так, греки к нам по-другому относятся. Нужда. Находится в тяжелом положении, просит вашей помощи. Чё, а чё он в тяжелом положении? Хм. Войны вроде ни с кем нету. Тогда я так понимаю, то, что отмечено вот такими ветвями, это эту территорию я могу потребовать. Тупо. Тупо территория. Так, ладно, входим в битву. Добавляем слонятину.
И добиваем всадниками. Победа. Да кто вообще нападал? Тут все мирные эти. Вот Уркеш и Вашукани. Я когда-то не посмотрел, кто это нападал. А, смотрите, а вот это... Если несколько ходов подряд находится в открытом море. То есть пока... О, а тут что? О, а здесь, между прочим, туман. То есть дальность осмотра. Видите, он закрывает осмотр. Туман. То есть тут еще на морях всякие эффекты происходят. Так, еще территория. И здесь мы поставили. Это я хочу к Напати присоединить. Сколько будет? А, он еще строится. Ну, этим парнем возвращаемся. Сюда. Ну, давайте посмотрим. Сколько ходов он может. Может, я там увижу уже землю, до которой могу доплыть. Не, вряд ли. Слушайте, вот эти, конечно, районы кхмерские, это что-то очень мощное. Прям хочется везде построить. Шесть ходов будет добавляться территория. Ну, не знаю. Показывать. Ну, за Кхмера надо Ангкор-Ват, наверное, строить. Считается святыней. Пища за веру. Прикол. Хорошо, что у нас еще есть? Запретный город. Прибавка к военной поддержке преступлений в войну. Тадайдзи. Так, ну, собственно... Тоже считается святыней. Давайте Ангкор-Ват, раз мы за кхмеров. Как бы прикольно выглядит. Сейчас мы тут... Настроим еще этих кхмерских районов, которые нам кучу производства дадут. Осадная тактика. Баллиста и плюс ячейка в армиях. То есть теперь у нас не 4, а 5 можно будет юнитов в армиях держать. Ну и подсказчик сказал, что в Ашуре, видимо, можно... 5 фермерских районов. Надо даже. Надо построить 5 фермерских. Так, тут все куплено. Все куплено. Может, торговлю без ограничений откроем? Отлично. Медь и лошадей, потому что лошади рост мне дают. Ну и железо тоже не помешает. Ну все, окей. Это мы зарубежные форпосты. Нет, подожди, это мы открыли осадную тактику. Перенос столицы, общественный квартал, таможенная застава. Ну, это проект можно завершать. Наверное, в риторику пойду. Тут вот есть библиотека, наука за население. И плюс еще театр влияния. Я бы это все строил. А после этого... Ателье рукописей.
Две ячейки ученых. Давайте, наверное, и в теологию потом сразу. Вот так как-то. Так, кельты прославились как торговец. Странно. А у меня почему никакой этой нету? Пока он переезд значок, узлы вдоль ее торговых путей будут представлять ей радиус обзора, растущий с уровнем. Интересно, как это вообще прокачивается? Тоже с этими значками ничего не понятно. Так, чудо дает пищу за веру. У меня вот только вопрос, оно вообще всем городам или только в этом городе? Если в этом только городе, то, наверное, в Керме надо строить. Нет, давайте я продолжу пока эти районы, которые огромное количество производства добавляют. Так, смотрите, пока еще не гибнет. Вон там видно уже чит. О, сюда поплывем, успеем спастись. Отлично. Нам в каждом районе только один этот... В каждой области только один этот район можно строить, так что я думаю, надо. Так, объединились, стоим. А это слонятина. Давайте сюда отправим. Я, конечно, мог бы напасть, кого-то тут захватить, но мне кажется, у меня и так такая огромная уже империя. Мне бы это переварить пока. Какие-то острова грустные. Тридцать восемь производства. Кстати, я думаю, может, мне этот район все-таки Керме добавлять с Везувием, вот это вот все. Тут так к Напати есть что еще добавлять, а к Керме это практически единственный район остался. Вот Аль-Руба я буду к Ашуру добавлять. Что я думаю, вот этот район я все-таки для Кермы оставлю. Передам Керме. Вы можете потребовать репарацию у кого? Sovereign. У Амият. Отдать территорию. Нет, пока не будем. Я уже скоро третий догмат приму. А кто-нибудь второй уже принял, кстати? Кроме меня. А-а. Слушайте, я тут, конечно, религию распространяю. Так, это мы сюда. Видите, получил урон, но мы успели доплыть до следующего континента. Может, давайте я присоединю к кому-нибудь. У нас и в Напате уже три. Так, если тогда присоединить, то Кашуру надо. 915 культуры уже требуется. Ладно, обождем. 15 ремесленных кварталов. С такой скоростью весь город превратится в один огромный механизм. Так, открытая библиотека и театр. И греки пока с карты разорвали. Ну, да и ладно, чё. А, смотрите, поставили все-таки бывшие нубийцы, эти Рим. Рим в 1487 году до нашей эры. Ну, в принципе, логично. Правда, все как-то странно. Где-то примерно в это время Рим и был основан, да? Или нет? Или он в 600-м?
Нет, даже в 600. Тут что-то, кстати, с годами что-то странное. Потому что, серьезно, какой у нас ход идет? 82-й? Я уже в средневековье. Да, догматы можем принять. Третье. Развитие разума. За каждый союз плюс 20 науки. Общественный квартал будет плюс 2 влияния давать. Город или аванпост плюс 2 деньги. Военная поддержка. Давайте отказ от догматизма. Плюс 15 производства еще. И останется последнее, четвертое. Это 205 последователей требуется. Да, ну короче, практически весь юг континента уже в лишаизме. Ну посмотрим. Через 4 хода. Переконвертится. Тут через 8 ходов, через 3. Ну, короче, конвертация только в путь. А что с культурой? Ну, зеленого мы уже практически поглотили. Угу. Пока просто острова какие-то находятся. Блин, плюс 40, но это уже... пока для Шура будет последний. Чё-то не пойму, вот за счет чего этот Барай так... смотрите, промышленность за население плюс один, да? То есть у меня тут 16. То есть каждый этот район 16, да, добавляет. Вот Барай, да, построен. Вот он дает 30... А тут, собственно, написано. Три пища за... ну... за клетки вокруг. Нет, пища на этой клетке, потом 5 пища от клеток вокруг и плюс 1 пища от хлева. Странно, почему хлеб... А, ну да, он там добавляет за каждую... Дальше. То есть, я так понимаю, что вот эти уникальные районы, они считаются и за ремесленный квартал, и за земледельческий, понимаете? Это важно понимать. Я думал, они просто отдельно, то есть в этом был бы их минус тогда, что они не тот, не другое. А вот, то есть, ступа считается за научный квартал, видите? А есть у меня тот еще, который от ассирийцев. А он, кстати, вообще ни за что не считается. Вот этот ассирийский квартал ни за что не считается. Да. Ну, кхмерские кварталы что-то очень круты пока. С того, что я вижу. Так, 38. Хочу в Ашуре... В первую очередь эту территорию добавить, чтобы больше этот поставить, как его, гавань и больше морских юнитов строить. Да, мне что-то по населению вообще я тут пру. Все. Больше уникальных районов не могу строить. Ну, давайте, может, я этот район присоединю и здесь поставлю этот уникальный. О, 38. Зашибись.
Блин, это просто острова посреди океана, представляете? Так, и здесь ничего пока. Ну, давайте в Ашуре, либо все-таки в Керме. Ладно, давайте в Керме Анкарват строить. Сюда поставлю. Нет, куда-нибудь вот сюда. И в остальных городах, где мы не можем уже эти районы строить, начинаем приступать к строительству Анкар... Приступать помогать Анкарват строить. Наступит мировой голод или нет, с 30 земледельческими кварталами. Не успел прочитать, что. Ну, ачивку получил, еще какую-то 500 выхлопа производства, видимо, в горе. По-моему, такое что-то было. 434. Да, больше 500 заход промышленный. Ну, слушайте, вот эти районы кхмерские что-то выглядят очень мощно. Просто очень круто. Битва за умы. Великий город Керма трещит по швам от перенаселения. В убогих, кишащих телами трущобах люди все чаще сходят с ума. Религиозные лидеры винят во всем демонов, в то время как философы ссылаются на более естественные причины. И те, и другие весьма убедительны, при том, что их решения противоречат друг другу. Какой подход ближе вам? Научный, плюс 15 науки во всех городах, в каждом. Молитва, фанатизм, плюс 25% веры и осуждение. Но я хочу, я все-таки молитву выберу, хочу быстрее распространять религию. Наука, просто тут почему-то вера плюс 15%, или сколько там, 25%, а наука просто плюс 15 и все. Так, помогаем Анкарват строить. Стоим пока здесь. Чё, может начать уже требовать территории? Так, это все мирное. С другой стороны, нафига мне требовать территории, если я еще эти не переварил все, да? Ладно, тогда не требуем. Так, куча бабла. Может поторговать с кем? Ух ты, черное дерево, что дает? Стабильность, плюс 3 промышленности, главная площадь и административный центр. Интересно, чем отличается главная площадь от административного центра? Кто-то может спросить, вот тут, блин, я, к сожалению, все купил, сейчас, может, где-то еще появится. Кто-то может спросить, а зачем выбирать, вот мрамор, например, да? Зачем выбирать между... морским и наземным, понятно, что надо выбирать самый дешевый, типа, понятно да непонятно, просто, видите, тут они по-разному идут, и еще есть вариант, что ограбят просто караван, если вы по отправите по какому-нибудь другому пути, например, вот тут какие-нибудь бегают враждебные вам ребята, так вы тогда по морю лучше отправить. Дороже, но зато не разграбят, и вы деньги не потеряете. О, хочу, я ему заплатил. Не, можешь нападать тогда. Не возражаю. Seeing you
Так, с этим нечем торговать. С этим я уже всем поторговал. О, шалфея у него добавилось. И у грека ничего. Так, ну, там уже Анкарваты без этого города достроится. Надо гавань строить. Где у нас, кстати, святыня? И тут надо будет еще святыню поставить. Yes. Keeping watch. Blades in the water. Да, слушайте, вот просто остров. Где следующий континент? Непонятно. Далековато, кстати, может быть. Ну, вон, видим границы еще. Я думал, тебя сразу же, знаете, так далеко-далеко, а тут они просто в соседней области. Кстати, в Дуркоригалзу можно святыню вот сюда бахнем. Я просто хочу попробовать весь континент обратить в свою религию. Соответственно, тут надо максимум святынь. Так, ателье рукописей — хорошая штука. Фестиваль — это проект, по-моему. Ну и лимит городов опять повысили. Что открыли? За районы. Видите, строители, у вас главное районы. А могу ли я еще чудо присвоить? Нет. То есть вы из одной эпохи можете только одно чудо присвоить. Прошлую эпоху я пропустил, видимо. То есть у меня только... Я Стоунхендж построил, правильно? Потом вот эти чудеса, это, видимо, античности. Маяк, мавзолей в Геликарнасе, колосс. И вот из Средневековья. Их я не могу уже... Или могу, подождите. Наверное, я наберу культуру и смогу. Нет, тогда пока неохота, я хочу территории присоединять. Значит, в Ашуре у нас 4, в Керме 4, в Аварисе 3, в Напате 3 и в Дуркоригалзу 3. Так, я думаю, что... следующий я хочу Аварис, наверное, вот этот присоединю. Подождите, а Субра... Субра к кому-то присоединена? А, я не могу к Аварису присоединить, потому что сначала вот Аркалис. У меня, видимо, Субра будет отдельно стоять, черт. Не очень прикольно. Давайте мы в Субре обработаем серебро хотя бы. Ну, за культуру. То как-то отдельно тут все находится. Так, куда дальше? Деревнями можно будет застраивать, тяжелая пехота, уникальный юнит. Но я бы вот сюда пошел, в Коге. Они смогут через океан плавать. И будем строить огромный флот. Так, присоединимся к строительству чуда.
Присоединимся к... Нет, можно уникальный райончик еще. Отлично. Сейчас глянем, как у нас будут... О, можно все-таки присваивать чудо. Нет, знаете, короче, сколько угодно можно чудес. Ну, пока они не закончатся присваивать. Знаете, что ли там с черных или зеленого требовать? Пока не будем. У нас и так, еще раз повторю, у нас куча территорий, которые не присоединены, и, в принципе, нам ничего не дают. Надо развивать наши города. Так, тут стоим, ждем открытия Кога. Этим плывем в этот райончик. Блин, 51 производство просто сверху, вау. Так, тут я в новом районе что-то могу обработать. Все. И после обработки плюс одна наука на ученых, но у нас там два всего. Вот, библиотеку, потом ателье рукописей, потом театр. И, наверное, пошли квадриремы. Так, в Аварисе тоже все районы сделали. Присоединяю Аркалис. И еще район тогда здесь. Так, и после этого гавань. Библиотека за население наука. Ну, там еще нету научных ребят, так что театр лучше. Потом. Ну, выглядит, конечно, что мы тут сейчас улетаем по развитию. Но, тем не менее, мы отстаем по славе. Я не смотрю даже эти все репарации. Не понимаю, почему ко мне изменяется отношение... культур, которых я не встретил. Hello, hello. I always look forward to our conversations. Золото дает 4% денег. Филантроп-пацифист. Friend. And you are here because? Тоже не только сейчас железо появилось у... What concerns you today? У черного. Тоже нечего купить. А, ну, по идее, тут надо на чем-то одном делать упор, как мне кажется. То есть я мог бы с таким же успехом сделать упор на деньги и здание не за производство так быстро строить, а за деньги покупать, если бы у меня были такие юниты. Так, сундук мертвеца. Город Ашур — это центр рыболовного промысла всего региона. Ну, это вообще неправда, честно говоря. У меня скорее... как ее? Кемра? Керма.
Мириады рыбацких лодок... Только недавно построили гавань в Ашуре. Мириады рыбацких лодок отправляются из его порта и ловят рыбу вдоль всего побережья. Команда одной из таких лодок обнаружила на мелководье хорошо сохранившиеся остатки древней галеры. Осмотрев место крушения, один опытный ныряльщик и его команда предлагают нам помощь в исследовании этого места и извлечении спрятанных среди обломков сокровищ в обмен на долю поднятых со дна богатств. Ныряльщик предупреждает, что такая экспедиция требует немалого опыта. Что мы ему ответим? Ну, наверное, заплатим, да, пускай. Я думаю, что там что-то интересное достанут. Стоим тут, лечимся и ждем апгрейда в КОГ. Керме тоже давайте библиотеку, ателье рукописей, театр и после этого квадрирему. Тысяча 77 присоединит. У нас, в принципе, нормально, культура капает. Общественный фонтан бессмысленно здесь. Пища от реки тоже. Ну что, может... Аккад еще ассимилировать, не знаю. Ну вот Фест, кстати, раньше был свободный. Но это просто новый город будет, понимаете? Это не территория, это новый город. Ладно, давайте в Напати гавань. Пора. Тоже будем корабли строить потом. 5 звезда сельского. Я, конечно, за рост населения больше всего получаю. Можно присвоить новое чудо. Может, присвоим? Реально. И еще одно чудо построим. Это все-таки слава. Значит, это святыня. 20 веры и ходов до обращения под влиянием другой религии больше, если она влияет. Но мне, по-моему, это не надо. Да блин, запретный город мне не надо. Не знаю, конечно, это все слава, с другой стороны. Давайте глянем. Ну все, тут у зеленого просто одна область, только с его религией через 7 ходов станет моей. И здесь я уже офигительно... Почему он, например, здесь распространяется? Скорее всего, из-за караванов. Тоже влияние. А тут не написано, кто-нибудь еще принял эту религию? Потому что это ж могут принимать и потом оспорить мое лидерство. Но, правда, я не знаю, что я какой-то бонус дают. Но кто-то может, например, принять религию и стать лидером этой религии. Квадрирема. Следующим ходом будем апгрейдить. Большой рыбный рынок, плюс 5 денег за морской торговый путь, тоже к вопросу. Опытные мореплаватели я первый сделал, да? И последняя догма. Так. Наука за культурное чудо. Стабильность на территории, при условии территория поддерживается чужой религией. За каждый союз плюс 25 денег. Давайте вот культурное чудо. Я, правда, не знаю, что это считает, что считается культурным чудом. Еще одну святыню можем построить. А мне не дадут славу, что я все догмы принял. Все, можем апгрейдиться в КОГ.
Может, в другую сторону здесь поплыть? Да, давайте в другую. Давайте святилище в Напате. Просто уже один ход строится. Куда дальше? Стабильность за ученые. Я бы хотел быстрее в меркантилизм выйти, чтобы узнать... Ой, то есть меценатство, меценатство. Централизованная власть, видимо, да? Видите, минус 10 загрязнений. Тут еще механика загрязнения появляется. И она вроде как тоже влияет на скорость окончания игры. Ну вот, меня еще про шпионаж спрашивали. Вот, видимо, кто-то имел в виду вот этого юнита, там мне писали, мол, шпионаж, что там есть такие вот юниты. Я искал шпиона, он, кажется, диверсант в данном случае, он переведен. Может устраивать диверсии на незащищенных вражеских объектах. Видимо, вот это. Но это максимум, который тут есть шпионажа. То есть никакой инфы о других пока. Я думаю, что это будет добавлено в каких-то DLC. В всяком случае, в Endless Legend так было. Там шпионаж добавили. Ладно, давайте сначала алхимию, потом гильдии. Вот так сделаю. Надо помогу обелиск строить. Подожди, а что тут не строится? А, тут уже есть? А где он? Что-то потерял, вот он, блин. Ну, давайте тогда я еще один кок. Надо территорию еще присоединять, начинать. В Керме и в Ашуре по 4, так? По-моему, в Аварисе тоже 4. Давайте в Напате сначала присоединим. Знаете, вот этот Везен. Наука за научные кварталы можно построить. Поехали исследовать моря. Тоже должны славу дать за то, что мы все откроем. Видите, ступа считается научным кварталом. Вообще, эти могли бы и подсвечивать тогда синим, раз оно научным считается. Блин, стабильности немерено. Просто эти по одно... Это все один ход. Это не три хода, один плюс один плюс один. Это сразу за один ход все будет построено.
казармы, чтобы быстрее строилось. Ну, дальность обзора. Я думаю, тут вообще можно просто все уже построить, все здания. Кроме на счастье, потому что счастье и так немерено. Проплыву туда. Просто вот сюда отправим. Еще какие-то ресурсы будут не открыты. Я думаю, нефть какая-нибудь. Кстати, вот тоже классное решение, что все-таки стратегические ресурсы, они видны на карте. Ты просто не знаешь, какой это ресурс будет, но он виден. И это тебе подсказывает, как заселять область. И это даже не, ну, знаете, как бы не нарушение идеи, потому что нефть, например, была известна давным-давно людям. Просто не понимали, как ее использовать. Но нефть есть, например. Почему бы ею не заняться? Что-то тут мало еды, возможно, будет. Ладно, построю вот эти на всякий случай. Может, еды реально не хватить. Так, в Напате появился еще один район. Можно Кхмерский район построить. Кельты стали англичанами. Неудивительно, кстати, все логично. О, я, кстати, за районы, видите, как получаю звезды. Ну, я должен выйти уже на первое место по славе. Нет, еще нет. Нет, не хочу. Пока хочу четвертый район Дуркури-Галзу присоединить. Какие у нас тут варианты? А, собственно... Только вот этот Хедус и Молдавия. Ну, Хедус, наверное, буду присоединять, ладно, следующим ходом. Эпоха великих географических открытий. Плывем искать путь в Индию. Вообще, на самом деле, нежелательно вот так по одному ставить. Тут сгорают избытки. Что лучше... Видите, это все один ход идет. Вот пускай два хода будет, но... Не сгорит. Я, на самом деле, тут много, довольно много производства теряю. Вон, излишки 650 написано. А, так может они накапливаются, излишки? Может, оно не совсем прям так теряется? Ставлю, ладно. Так, это у нас снизу будет плыть, открывать. Получает несколько меньше урона, если находится несколько ходов подряд в открытом море. Не, ну должен доплыть, должны доплыть. Блин, я думал, он вообще не получает урона. Чё-то фигово.
Мияды разрывает договор, ресурс продан, куча денег уже, куча производства. Думаю, по науке тоже все неплохо. Так, присоединяем дурку Регалзу, Хедус. Строим вот этот райончик. Два, три. Три. Слушайте, подождите, я к Керме не присоединил четвертую, что ли? Присоединил. Ну, короче, к Керме вот это надо присоединять. Пятым районом будет. Так, земледельческий. Один ход. Два хода, точнее. Тут в Ашуре казармы. Деньги за морской торговый... Ну, предположим. Пускай. Один ход осталось. Я должен обработать. А, вон. Драгоценности. Да, тут, видите, можно как-то и... Блин, все-таки они урон получают. Мне это не нравится. Где у нас следующий корабль? То есть я даже в средневековье не могу доплыть. Вот, Карака. А, ну требует селитру. Требует селитру. Первым залив Халон нашли. Красиво. А, тут не проплыть. Черт побери. Не знаю, попробуем проплыть все равно. Вдруг там должны же быть острова какие-то. Потеряю пару. Ну, что ж поделать. Да, что-то интересное, но если отвлекусь, то... Вот сколько я теряю? По-моему, по 20 вход, да? Аптека... Ну, аптека неинтересна, вот мастерская алхимика везде интересно построить. Плюс 10% к науке. О, а это что такое? Бурные воды. Ну это, кстати, все из Endless Legend взято. Вот эти события на океане. Я удивлен, что это в Циви не было никак. То есть в Циви, типа, по океану плаваешь, никаких проблем. Да это правильно. То есть, чтобы должны быть препятствия какие-то в океане, как и на Земле должны быть. Потому что, ну, это, во-первых, и сбалансировано. И просто интересно. Да, поплывем пока сюда. В ту сторону уже плывет корабль. Чего-то отправлять. Этим, наверное, вернусь. Тут ничего интересного не будет. Так, в Ашуре добавляем мастерскую алхимика. В Керме мастерскую алхимика. В Напате то же самое. В Аварисе.
тоже. И в Дуркуригалзу. Так, подожди, у нас тут какие-то... Обработка каких-то ресов. Вот. И вот. Давайте до... До научного всего этого дела. Что-нибудь поторговать? Ну, смотрите, они уже перестали вообще на меня как-то... Какие-то проблемы. Наука от папируса купим. Черное дерево купим. Потому что я явно уже их опережаю по всему. Все еще хочешь, чтобы я ему платил за ненападение? I bid you greetings in the name of my proud people. Еще, может, по морскому пути надо было отправить там вроде. Я показать карты не хочу, но и у зеленого, по-моему, просто ничего нету, да? Так, ну и как тут моя религия? Через два хода уже у зеленого свои не... О, смотрите, какая-то начала влиять с того континента каким-то. Вот, наверное, через торговлю с красным. Да, тут уже практически скоро весь континент в лишаизме станет. Альмеки в новую эпоху перешли, но не стали менять ничего. Через ход будут уничтожены здесь. Ну, я, походу, не успеваю тут никуда приплыть. Так что, скорее всего, будет уничтожено. Вот, чуть-чуть не хватает, видите? Чуть-чуть не хватило. Так, а что я тут открыл? Алхимию, ну я поставил строиться, в общем-то. Не, ну карта, кстати, огромная. Это просто вот огромная карта, она реально огромная. И там еще огромный континент. Тут между нами острова всякие. Незаселенные. Так, а я успею вообще вот этим доплыть? Не факт, не факт. Так, тут строится. Так, один ход. Вот тут можно что-то еще поставить. Так, есть в Керме. Аварис строится. Дуркуригалзу строится. Напата. Два хода. Четыре территории. Четыре. Четыре. Везде по четыре. Ну, будем в Керме, наверное, вот эту присоединять с Везувием. Все, отряд уничтожен, к сожалению. И этот я не успею вернуть. Что-то одной клетки не хватило, блин. Что бы нам еще проверить такого? Что я тут еще не делал в игре?
Этих я и завоевывал, и ассимилировал. Территории просил все. Так, сколько керми стоит эту присоединить? 1847, следующим ходом. Театр давайте, потом мастерскую алхимика. Кстати, тут можно и стены, наверное, построить. Мне что-то кажется, что никто не будет на меня нападать. У зеленого родственные чувства, розовый фиг знает где. Ну, вообще раздраженная у черного. Для них мы основной соперник. Вообще, Катя, так и есть. И у них еще претензии к нам. Да, наверное, стоит в Дуркуригалзу начать оборону ставить. Но мы сильно должны влиять на черного. Видите, во-первых, почти все в нашу религию переходит, во-вторых, и культура наша очень. Его территория конвертится, то есть у нас больше влияния, чем у него. Еще один потеряли юнит. Доступна претензия. Наверное, все к черному. Греки прощают претензию. Нашли объект интереса — трупы животных. Это я тут плавал. Хм. Не заметил вообще, что там что-то есть. В Напате. Так, давайте к Керме присоединим территорию. Звезда экспансии. И строим наш любимый район. В этой эпохе 54 производства. Просто вау. Так. Ну, еды для роста пока хватает. Разбитый корабль. 80 культуры и 70 науки. Тоже неплохо. Мне нравится, что в каждой эпохе, в принципе, вот это неплохо все рассматривать. Оно неплохие бонусы добавляет. Так, что нам в Напате? 8, 11. Тут вообще как бы рек особо у меня нету в этой области. Ну так уж и быть, добавлю. Так, гавань тут есть. Знаю, нужны ли мне торговые кварталы? И смотрите, промышленные 28 просто дают. Ладно, давайте промышленные еще сделаем. Так, а как бы мне посмотреть чисто города? Это, есть какой-нибудь список вот чисто города видеть, что они там строят? А, вот так, наверное.
О, вдруг Иригалзу сбалансированная? Нет. Давай-ка. Экспертная политика. Вот так. 5 ходов. Керма все стоит. В Ашуре 2 хода. Ну, стабильности не надо. У меня куча... Давайте здесь в Ашуре после мастерской алхимика парочку наших... А я так эти не открыл даже слонов, подождите, к мерзких. Ничего я тут не построю. Что тогда научный лучше здесь? Не, фермерских. Маловато фермеров, я смотрю. Это, ну, вот я по ячейкам смотрю, что их 7 мало. Так, в Аварисе тоже давайте фермерский. Вроде все путем. Египтяне в средневековье ацтека. Прирост. Я могу уже в следующую выходить. От меня черный уже и по очкам славы отстает, и по звездам. Кайф. Я думаю, не будем спешить с переходом. Так, базовые цены ресурса дешевле, деньги от эксплуатируемых больше. Лес можно сажать. Интересно, как это работает. И вот диверсанта давайте попробуем, кстати. Посмотрим, что за оно. Ремесла 0 ходов. Кстати, на производство я не открыл. Давайте вот это все откроем. Кстати, считается, что сразу открыл 0 ходов, все открыто. Не, напомнить позже. А это что? Промышленность на ремесленные кварталы за каждое соседство с объектом. Угу. И тут еще и мастер. Вот это все надо строить в городах. Так, давайте. Вообще, какой у меня город самый производственный? Керма, несомненно. Так, давайте перейдем в Керму. Хочу диверсанта. На незащищенных вражеских объектах. Меня интересует это только именно вражеский. Ну, давайте я его построю, проверим. Или он реально диверсант на любых объектах может это делать. Тут у реки нету. Углевыжигательная печь. Тридцать земледельческих кварталов. Your empire becomes one of the giants, astride the globe. And what will you do with this power? Ваша империя добилась превосходства, сумеете ли вы ее удержать? Ну, то есть, вот я вышел вперед по очкам славы, видимо. Ну, вот мне нравится этот рассказчик, что он постоянно это отмечает. Общественный квартал.
Это все на стабильно. У меня так много стабильности от торговли, что я думаю, мне эти кварталы не понадобятся. Мощь империи тоже дает очки эпохи. Могу потребовать репарацию. Отдать территорию. Это вообще на другом континенте. Прикиньте уже, где моя религия. Она уже на другой континент распространяется. Вау. Просто, может, я всю, весь мир свою религию обращу? По всей империи растет религиозное рвение. Однако среди верующих полно разногласий. Крупнейшие города оказались под влиянием соперничающих религиозных лидеров, каждый из которых по-своему трактует основные понятия веры. Каждый год образуются новые религиозные ордена, влияние их растет. Что вы думаете с ними делать? Так, распустить. Накладывается статус фанатизм, опять же, плюс 25% веры. Повлиять. Терпимость. Просто плюс 5 веры. И возглавить. Тоже фанатизм. Но если здесь это пойдет по пути власть, то здесь по пути религия, а здесь по пути глобализм. Так, давайте глянем. Власть, по-моему, больше дальность обзора. Глобализм пищу дает. А это боевая... Да, давайте по глобализму тогда выберем. Повлиять. Ну и терпимость. Мы и так очень сильно нашей религии влияем. Меня больше, знаете, что интересует? Почему у меня не появляются больше никакие социальные институты уже сколько лет? Открывать через особые события, возникающие в результате процессов, происходящих в вашей империи. Где мои социальные институты вообще? Три социальных института и вообще как-то... И больше не видно. Гуны стали монголами. Так, ну вот у нас диверсант. Малозаметный, знаете, только рядом в соседних клетках. Ну давайте попробуем черному что-нибудь сделать. Вот так пойдем пока сюда. Плыву обратно в свою территорию. Дождемся уже нормальных кораблей, чтобы можно было плавать по океану. Мне не нравится, что они тут постоянно дохнут. Кстати, там что-нибудь на торговле не появилось? Соль появилась. Seeing you always brings a smile to my face. I bid you greetings in the name of my proud... Ничего, ничего. Ничего. Sovereign. Железо купим. Кофе. Все. Так, ну я думаю, что можно уже чудо какое-нибудь себе. Забить за собой. Сколько оно будет стоить? А, все, уже не забью. В следующей эпохе. Уже забили. Интересно,
Интересно, этим чудом владеют. Это значит, что они уже построили или только то, что они его, ну, типа, застолбили за собой? Как тут, кстати, нейтральные? Ну, еще вон раз, два, три, четыре, пять. Может, хотите начать на них влиять, но тут, смотрите, розовые как. Слушайте, а это уже территория розового прям конкретно. Ну, то есть он эти нейтральные штуки просто ассимилирует и все. Ну, розовый, кстати, тоже неплохо идет, получается. Он четвертый. Ладно, продолжаем. Феодализм. Клетка производства пищи плюс одну клетку, крестьяне. Ну, я уже могу даже армию не строить, потому что они явно не смогут мои города с крестьянами захватить, ну никак. Реально можно леса строить. Сажать. Давай. Вообще странно, что мы в средневековье сажаем в 827 году до нашей эры. Ну, кстати, что-то все-таки с календарем странное. 827 год до нашей эры. Серым это значит, что уже есть какой-то лес. Не, ладно, не хочу его сажать. Плывем отсюда туда. Вдруг будет проплыв все-таки. Так, акварис. Наверное, имеет смысл стену сделать. И казарм. Нет, давайте сначала театр. Потом казармы. Потом стены. И денежная прибыль от ведущейся торговли. Дуркуригалзу. Тут строится все. В Напате углевыжиг. Нету научных кварталов вообще. Так, ну морской торговый путь точно надо использовать. Ну и давайте научные кварталы. Тогда, раз их нету. Так, и в Керме 15-13, ну, фермерский тоже можно. Ну, тоже денежная прибыль от ведущей торговли. Мне кажется, надо ставить. У меня куча торговли идет просто. Трофей получил, легкие деньги. Производить в городе не менее 500 денег вход. Это при том, что у меня даже спецов там на них не сидят, да? Так, сбор ополчения. Так, а что я сбор ополчения вообще открывал? Типа, а, ну давайте вот военные. Я хочу хоть один Дханвигаджу построить, хоть одного. И после как построю, перейду в следующую эпоху, в общем-то.
Так, ну поплыли к дальним берегам. Может, с этой стороны получится до континента добраться. Ну, Ситал это не город, это аванпост. Там я просто никак не могу регулировать появление и исчезновение. Так. Время присоединять области. Значит, у нас, в общем-то, осталось вот. Раз, два, три, четыре, пять. О, кстати, этот Аякат присоединил. Тут он будет влиять на эту область, скорее всего. Ну что, наверное, вот этот к Ашуру добавим. Керма 5. Да, вот это к Ашуру. И обработаем рез. Осталось 4 области неприсоединенных. По 5 у нас в Керме и Ашшуре. В Аварисе, Дуркуре, Газлу и Напати по 4. То есть вот эти по одной добавим. Вот это у нас одна будет неизвестно кому. Или даже, наверное, вот эту я не буду добавлять. Вот это у нас будет неизвестно кому. Потому что у нас может ко всем четырем даже присоединиться к городам. Так, постою. Постоим. Плывем навстречу неизвестному. Что там? В тумане. Керма. Я построил фермерский район. 10, 15, 13. Там уже, видите, на этого пошло. Не знаю, стоит ли мне тут... Ну, казармы можно построить. Сторожевую башню, дальность обзора. Не знаю, нужна ли мне дальность обзора. Давайте научный... Так, и здесь все построено. Наука на группу 7. Ну, вообще тут мало жителей, мало фермеров. Тут бы еще и... Давайте стены, потом фермеров... Потом ателье рукописей. Как-то так. Так, военные постройки. Это у нас форты. Строятся вокруг сторожевых башен. Эти автономные постройки позволяют эффективно обозревать окрестности и повышать боеспособность войск. Ну, главное, вот я Тханвигаджу хотел. Еще звезду эпохи получил. И, наверное, следующим ходом еще одну получу за район. Все три. Короче, я тут по науке и по населению прям рву. Известен как вор. Второго и третьего. Сразу первый, второй, третий уровень репутации вора. Кто-то получил. Так, в столице я хотел юнит мой уникальный сделать. Хотя он минус два жителя, обратите внимание. Первосвященник от медицины.
Империя повсюду славится своим научным потенциалом. Немалую роль в этом сыграли наши алхимики, практикующие свое искусство в каждом городе страны. Прослышав о научных успехах ученых-медиков города Керма, знаменитый врач Ибн Сина пожелал завершить здесь свой великий труд. Он готов щедро заплатить за такую возможность, чтобы вы хотели получить за него. Нас устроит простой обмен, его знания хорошо послужат нашим раненым воинам. Живучесть. Нафиг мне живучесть. Ну хотя... На 17 ходов, в принципе, ладно, пускай будет. 16 ходов — это круто. Слушайте, а может его достроить, этот юнит, уже чисто за деньги? У меня денег как-то дофига. Я бы лучше принял уже следующую культуру, чтобы новые районы уникальные строить везде. Кстати, я в новом районе... Так, к кому я присоединил сейчас район? К Ашуру. То я могу уникальный район же построить здесь. О, вот тут 53. Следующим ходом приму новую культуру, короче. На всякий случай, чтобы район точно построился. В Аварисе. Напата, научный район. Ну вот, можно школу. И давайте фермерский еще один. Керма растет. Звезды за район еще. Просто полностью куча районов построил. Науки, жителей. Ну вот, денег и культуры нету. Да? Ну и вообще не воевал в этой эпохе, поэтому... Ладно, давайте становимся кем. Кем я уже был вообще? Блин, как мне посмотреть? О. Значит, я был... Это у нас осталось от племени. Тут я был экспансионистом. Тут культурным. Здесь производственным. Давайте что-нибудь другое брать теперь. То есть в каждой эпохе что-нибудь новым. У нас есть торговцы... Ну, военные, я не хочу тут ни с кем воевать. Честно говоря, экспансия уже была, значит, производство было, культура была. У нас осталось научники. А, я сказал, что я научниками вообще не буду, да? Значит, у нас остались голландцы, получается, и венецианцы. За венецианцев я, по-моему, уже в какой-то, когда в Open Devi играл. Поэтому давайте голландцев возьмем. Население, все города, деньги, плюс один. Склад Ост-Индийской компании плюс одна деньга за каждое соседством с гаванью. Немножко странно, конечно, для меня. Это какие-то странные, кстати, для меня бонусы. Это вообще на морскую какую-то. За каждое соседством с объектом торговый квартал. Ну, блин, тут торговые кварталы надо строить. Блин, что-то мне торговцы вообще не в тему получается с моей этой игрой. Поляки тоже не особо. Хорошо, османы что? Мечеть султана Эйюпа. Три влияния и влияние за каждое соседство. Кстати, вот это интересно. Давайте османами станем. Это в начале следующего хода. Тут, походу, опять коги не доплывут. Не видать земель. Значит, сюда слона. Так. Ну что тут, диверсант сможет что-нибудь сотворить или нет? Ну тут рядом вон какой-то... Давайте мы пойдем лучше там, где юнитов нету, чтобы типа, чтобы меня не заметили.
один ход. Я хотел бы уже новые районы строить. О, вот это я понимаю. Клеточка. Ну, заканчиваю ход. Мир хочет знать, сравнится ли какой-нибудь с Сулейманом Великолепным, его прозвали не из-за лести. Но это уже в следующей серии, очевидно. Новые чудеса, кстати, доступны. Тоже, я, наверное, наступает эпоха раннего нового времени, где главенствуют османы. Это уже четвертая эпоха у нас началась. Из чудес давайте возьмем 4 штуки. Ну, я бы топ-капы взял тупо, потому что это османские. 100% производства любого совместного проекта. И 5% промышленности. Кстати, и так само по себе оно очень неплохо. Тадж-Махал. 100 славы. Деньги, если спокойный город, то плюс 50%. Блин, храм Василия Блаженного тоже. Давайте храм Василия Блаженного. Чё мы? У нас храм Василия Блаженного есть, а России нет. Я потом, я, короче, все чудеса тут соберу. Я решил, что я все чудеса этой эпохи построю. Не буду обращать, добавлять территории, буду чудеса тупо строить. Но это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Не забывайте, пожалуйста, про клипы, кидайте ссылочки на них в комментарии. Продолжение завтра, а спонсоры могут поискать его уже прямо сейчас во вкладке сообщества. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!